Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка. Визуально она чем-то немножко схожа с Mirenda MR-1010, но только по корпусу, да, по форме корпуса. А так по облицовке нет, не похоже. Вот, размеры динамиков такие же, 10-10 получается. Здесь у нас посередине светомузыка. А здесь светомузыка, но она отключается, если нужно, можно отключить. Здесь у нас пищалки, 2 10-дюймовых динамика, повторю. Вот, подставка под планшет, либо телефон, чтобы можно было караоке петь. Один микрофон, к сожалению, в комплекте, но можно подключить еще проводной. Вот у нас вот здесь подключается 12 вольт аккумулятор подключается отдельно. Так, зарядка 15-вольтовая. Настройка громкости микрофона, эхо микрофона, высокие частоты музыки, ну, то есть Bluetooth флешки и так далее. Низкие частоты бас и громкость основная для музыки, не для микрофонов. Вот. Тут также написано 40 ватт на динамик, 40 ватт на динамик. То есть получается Mirenda MR1010, потом Mirenda MR1212 то же самое имеют на каждый динамик по 40 ватт. Но поставщики и продавцы остальные указывают, что там 150, 300 ватт и так далее. Но по факту там на наклейке сейчас начинают лепить 40 на 40. И действительно эти 40 это настоящие 40 ватт. Она реально лупит очень хорошо, она очень громко играет, басит, так же как MR1010. Вот 100% MR1010 не переплюнет эту колонку по громкости. Они действительно идентично звучат, и то даже немножко есть такие пропуски воздуха из корпуса у Mirenda MR1010. Здесь этого я пока не услышал. Может быть, в дальнейшем я еще больше буду ее изучать, и может что-то где-то я найду в ней. Но пока она звучит как бы, ну, идеально. Идеально, она тем более будет не очень такой дорогой колонкой, но она большая. Так, ну, сейчас я включу звук, конечно, на всю громкость, так скажем, но мы находимся в парке, Мариинский парк здесь, Москва-река вон там у нас за деревьями. Здесь у нас нормальненько. Вот такая тележка переносная. Я к тому, что в парке будет не так, как где-то в помещении. Если там в помещении снимать, звучание будет совсем другое, здесь будет рассеиваться, но тем не менее, все равно здесь все четко. Лупит что-то на уровне колонок S90. Ну, S90 чуть глубже бас имеют, но опять же, там от усилка зависит, а не только от колонки. Ну вот, расстояние 20 метров. Ее очень хорошо слышно. Для компании достаточно. Можно, конечно, и дальше пройти, и там будет слышно, но пока не вижу необходимости. Эту колонку к покупке рекомендую. Звучание достойное, просто офигенно. Так, ну, в принципе, все, что мог показать и рассказать вкратце, показал. Кому колонка понравилась, ну, по видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы я имел стимул снимать новые обзоры на различные китайские колонки, которые привозятся в Россию. Вот. Всем пока!